Это наша последняя встреча. Алло, Катя, ты не поняла. Он хочет выступить на премии с богемской рапсодией Фредди Меркьюри. Нет! Нет! Не надо! Да я уже давно не участвую! На всякий случай. Катя, я тебя прошу, я тебя умоляю, Батрубаев должен выиграть. Ставьте ему высшие оценки. Вы не понимаете, все мои мысли только о победе на премии. А, Дамир, и еще, будешь мне рекомендовать, 10% будут твои. Участвую, и хочу я победить. Мама, мне снится сон, в котором я на премии чемпион. Мама, я даже взял кредит, чтоб сразу всех сегодня победить. Выиграть всех, надеюсь, коллекторы ко мне не придут. Мама, мне выиграть очень будет сложно, ведущих очень много. Мама, мне кажется, что скоро вымирать ведущих будут так. Почем? Пятнашка за 6 часов. Знаете, меня сегодня пришла поддержать моя жена. Я жена этого башкиренка. Если он проиграет, у него поедет шестеренка. И поэтому прошу, чтобы победил Рамиль, хочу участие принимать.